Добрый день, друзья. Сегодня я хочу вас познакомить с нашим воденным мешком производства фабрики Филиппов Династи. Изделие состоит из надежного лодочного материала 950-й плотности. Материал адаптирован к агрессивной среде и в контакте с водой. Внутри, в нашем случае, камера, которая проверяется под очень высоким давлением, и только после этого комплектуется, отправляется клиенту. За это вы можете не беспокоиться. Между внутренней камерой и внешней оболочкой в нашем случае проложен еще деформирующий вкладыш для более приятных тактильных ощущений. Друзья, мы закрыли также одну из проблем водоналивных мешков. Это протечки, которые возникали в силу того, что при наполнении водой, а каждый мешок имеет сверху молнию, вода, которая проливалась мимо, попадала в молнию, протекала через мешок и, соответственно, капала. Мы разработали специальный чехол защитный, который закрывает молнию и не дает никакой возможности попасть как бы в ненужные части, которые будут создавать протечки. Также я хочу обратить ваше внимание на нашу подвесную систему пружинный амортизатор. А какие задачи она выполняет? Ну, кроме, на мой взгляд, такого креативного внешнего вида, функции следующие. Во-первых, это бесшумная работа, то есть в отличие от цепей пружины не гремят. Во-вторых, они обеспечивают, эту, как вы видите, динамику вверх-вниз, поскольку спортсмен работает, находится тоже в динамике, это создает ощущение реального боя. Рекомендую наше изделие, ну, проверено в течение 3-4 лет уже в спортивных клубах профессиональными спортсменами. Приобретайте, получайте удовольствие и спортивных вам успехов.